Южная Корея предложила США частично снять санкции с КНДР. Советник президента Южной Кореи считает, что частичное снятие санкций США с КНДР могло бы ускорить денуклеаризацию. Решение США частично отменить санкции в отношении Северной Кореи и решительные шаги Пхеньяна могли бы ускорить процесс денуклеаризации КНДР. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Мун Чжон Ын. Передает Интерфакс Украина. Прорыв, возможно, случится в том случае, если Север, КНДР, РЕД, предпринял бы смелые шаги, а США в то же время частично отменили санкции. Но не просто требовать того, чтобы кто-либо из них, США и КНДР, РЕД, первым пошел на уступки, заявил он. Мун Чжон Ын также сообщил, что в руководстве Северной Кореи отговаривают лидера Ким Чен Ына от возможной поездки в Сеул. Советник подтвердил появившуюся ранее информацию, что из-за позиции своих соратников Ким Чен Ын ранее перенес визит в Южную Корею. Напомним, первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Microrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.